хорошо. Очень хорошо. Замечательно. Что такое? Товарищ генерал, немецкая делегация прибыла. Что, уже? Они в прихожей. Товарищ полковник, я не знаю. Пусть господа немного подождут. В чем дело? Ну, посмотри там в шкафу. Есть. Товарищ, со мной. Мои генералы еще на фронте, вы должны заменить мне мой штаб. Видите себе так, как будто вы мой штаб. Это все должно выглядеть совершенно натурально. Выполняйте. Пусть, товарищ, заливайтесь. Давай, теща! Молчок. Простите! Пришло такое чудо по имени Любовь, по имени Любовь. Откуда к нам пришел, скажи, откуда? Тот день, когда мы встретились с тобой. Я до сих пор не верю, не верю, не верю, что выпала счастливая звезда, что ты в мой дом сейчас откроешь двери и ключ себе оставишь навсегда. Прошло 44 года, а я все возвращаюсь и возвращаюсь домой. Вот уже 2010 год. Поэтому я хочу к вам обратиться, и чтобы вы сами придумали текст песни вот этой вот, которая называется «Вокализ». Господин генерал, вы бы сами заключили бы со мной мир подобной ситуации. В каждой стране, наверное, человек по-своему поймет эту песню. И после того, как вы напишете слова для песни, не обязательно для всей песни, одного куплета. После этого, когда вы напишете, мы соберемся в интернете все вместе. Берлин должен безоговорочно капитулировать. Все капитулирующие должны сложить оружие. Вот тогда и поговорим. Договоримся, когда, какой день, какое время, и вместе все споем вот на новый текст эту песню. Спасибо вам, что вы получили вот такой заряд бодрости и оптимизма, прослушав эту мелодию замечательного композитора Аркадия Ильича Островского. Спасибо. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы.